Юбилейный концерт Ульяновского государственного академического симфонического оркестра «Губернаторский» стал завершающим событием 56-го международного музыкального фестиваля «Мир. Эпоха. Имена». Это самый продолжительный наш фестиваль, 56-й. Прошло 24 концерта, посетило нас 18 тысяч зрителей. Это достаточно большая, великая цифра для нас, и мы гордимся ею, что сегодня наши залы полны, и у нас что не концерт, то аншлаги. Конечно, в этот вечер звучало много поздравлений и пожеланий в адрес юбиляра. Дорогие, любимые наши, с какой нежностью, какой гордостью, с какой благодатью обращаюсь к вам. Вот сейчас вот только вхожу в здание в это, с юбилеем, с рождением. Мы любим вас, мы вами гордимся, мы очень нуждаемся в вас. Дай Бог вам удачи, дай Бог вам творческого вдохновения, Божьей благодати. Естественно, и материальных, духовных, и творческих вершин. Целуем. Драматический театр имени Гончарова. Вы знаете, нас связывает с ними большая творческая дружба. Нам приходилось со многими нашими дирижерами на протяжении 20 лет петь совместно с оркестром. И, конечно же, я им от всей души желаю, чтобы они процветали, чтобы коллектив еще больше сплачивался, еще больше играли, исполняли хорошей, красивой музыки. И, конечно же, я им всегда желаю, чтобы в залах у них был аншлаг. Почетными гостями и участниками вечера стали руководители, работавшие с оркестром в разные периоды его истории. Это Сергей Фирулев, Константин Барков, Борис Бенкогенов и Дмитрий Руссу. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации Сергей Владимирович Фирулев, который возглавлял симфонический оркестр с 2005 по 2012 годы, поздравил оркестр с юбилеем. Немало страниц, о которых сейчас вспоминаешь с трепетом, то что это было, и это не забывается, это замечательно. Поэтому я бы хотел, чтобы в истории оркестра подобные события были, чтобы не тиражировались, чтобы оркестр всегда получал, как творческий коллектив, и удовольствие от своей работы, и понимал, что своей работой они приносят эстетическую радость слушателям города Ульяновска. Константин Владимирович Барков работал вместе с Сергеем Фирулевым. Именно при них Ульяновский симфонический оркестр «Губернаторский» был включен в группу творческих коллективов России под символическим названием «Звезда российской провинции». Мне очень приятно вернуться вновь на эту сцену, к этому великому коллективу. Мне очень приятно видеть на этой сцене своих старых друзей, с которыми я проработал 10 лет. Сыграв концерты не только в России, но на многих площадках зарубежья. И более приятно, что этот оркестр сейчас держит точно такую же рамку, такую же профессиональную рамку. Во время юбилейного вечера на одной сцене с симфоническим оркестром «Губернаторский» выступила Государственная академическая хоровая капелла России имени Юрлова под управлением дирижера и художественного руководителя Геннадия Дмитрика. В первом отделении они исполнили кантату «Весна» и три русские песни Сергея Рахманинова. Зрители с благодарностью отвечали аплодисментами. Ирина Антонова, новости «Ульяновской правды».